Ну, на кофейной гадали мне. Нет. Ну, как-то не успеваю, даже никогда я особо не верю. Не, я этому не верю. Этому я не верю. Я мулла, я только читаю. Нет. Почему? Однозначно. Не доверяю никому, кроме себя. Это все вранье. Это все вранье. Людей обманывают. Это же неправильно. По нашей религии все это запрещено. Мы только должны верить одному Всевышнему Аллаху. Нет, это шарлатанство, это и доказано все, если пользоваться только наукой. Без ислам дненьке темы, с дуалару хуймусу, наиншигей нанмаймусу.